Саровские авиамоделисты станции юных техников вернулись из Екатеринбурга с солидными достижениями. Там проходила Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию среди учащихся в номинации «Кордовые модели». Наши ребята, кстати, представлявшие всю Нижегородскую область, заняли 3-е место в командном зачете. Поздравляем ребят и их педагогов! 20 июля на лыжной базе пройдет открытое первенство Сарова по лыжероллерам на призы администрации города. За них поборются представители Нижегородской, Ленинградской и Пензенской областей, а также Республики Чувашия. Наш город представит воспитанники с Шор-Атом. Торжественное открытие назначено на 10:30, а соревновательные забеги начнутся с 11 часов. Зрителям вход свободный, так что обязательно приходите поболеть за наших. Всем любителям выезжать за 5-е КПП на тихую охоту сообщаем. Помимо корзинок с грибами, вы можете привезти домой солидный штраф. Все дело оказывается в законе о заповедниках. На самом деле там не то, что грибы нельзя собирать. Там даже находиться запрещено категорически без специального разрешения. Так что грустно вздыхаем и ищем новые грибные места за 3-м и 4-м КПП. Информационное агентство «Зато новости».